Привет, друг. Как ты видишь, мне купили микрофон. И теперь смогу записывать нормальные видео с голосом. И теперь, наконец-таки, сможешь понять, что я тебе говорю. Потому что раньше это было, конечно, не понять. Потому что раньше, тесно было писать как-то не очень. Такие однотипные видео теперь больше не будут на моем канале. Теперь будут видео с голосом. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Завайнай. И это, наконец-таки, видео с микрофоном, такое долгожданное. Все его так долго ждали, когда у меня же микрофон появится. И вот он, микрофон. Стоит прямо передо мной и слушает, как я говорю, и показывает, как говорю я вам. Так вот, начинаем. Привет. Я пришел быть предателем. Потому что предателем быть в натуре классно, в натуре четко, в натуре офигенно. Начинаем уже очень быстро, очень скоро, очень мега круто. Кто-то пишет. Мы не успели прочитать. Ну ладно, все равно это было не важно. Это на нашу игру не подействует, потому что мы сейчас будем членом экипажа. Я имею в виду, что будем членом экипажа. Как скучно. Это все задание. Ну что, мне дальше дурью нравится. Фиолетовый. Ну что, куда фиолетовый? Давайте. Так, пойдемте. А, вот микроскоп этот. А, что это? Что это? Это какашка? Ну, а что она пикает, ну? Надо делать, я не понимаю. Все. Я не понимаю. Нет, это не фиолетовый был. Я не знаю кто, но это стопудово не я, потому что я был членом экипажа. Где? Угу. Как обычно. Я подозреваю желтого. Нет, первый написал черный. Значит, нужно было черного голосовать. Кто вы? Нет, это черный стопудов. Палец пипец. Не знаю, мог тут. Давайте туда почитаем имена погибших товарищей в этой непонятной потере. Ну что тут такое, а? Даже не дали зачитать именно товарищи, которые погибли в этой миссии. Еще и свет вырубили. Ну офигенно, я не знала, что это за задание такое. А, точно, тут вот эти. Это был белый. Я говорю, что это желтый. Но я говорю, что это был желтый, а вот не верили. Вот не верили. А я говорю, что это был желтый. Места мало. И тут места мало. А тут места нормально. Давайте по новой. Дайте синь. Я случайно F написал, но я его уже случайно убрал. Точнее специально. Даже вы кого-то кикнули. Нужно быть поосторожнее тут с местным админом. Нет, лучше не буду. Открывай, потому что придется замазывать. Замазывать придется. Ну не хочу, чтобы маты у меня были на канале. Это ну что-то как-то не культура, как-то не культурно, вообще не культура, не культуре. Начинаем. О2. Мусор. Выкидываем мусор. Что он там нам вообще нафиг не нужен на этом корабле. Я что-то только один тут делал, да? Ну что кинул что-то? Ну как так далеко дотянулся? Не может быть такого. Просто не может быть, чтобы он так далеко дотянулся. Ну, расстояние было 22 метра от него и от меня. Просто ты офигел совсем? Вот ты вот, конечно, настоящий друг.
А говорят, что негры вообще они тупые. На самом деле негры они вообще крутые, на самом деле, не верьте. Нельзя быть расистом. Если есть расист-европеоид, то есть расист и негропеоид. Это черный. Он там это. Ну это. Понимаете, что это? Розовый вообще говнюк. Гандон, говнюк. Ну вот взял, заметил, но не за репортер. Не за репортер. Как-то вообще уговаривают. В общем, это черный. Не верьте черному. И розовому тоже не верьте. Он врет. Голосуйте за него. Надо было голосовать, тогда уже потом выйти. В общем, ладно. Я не хочу тут сидеть минуту и лишнюю память на запись тратить. Ну что это, а? Как долго. Угу. Розовый забегал в навигацию. Да, он забегал. Верьте темно-зеленому, он... Говорит только правду. От всего чистого сердца. Он всегда был рыцарем. Он даже защищал Москву от пожара. Да, это розовый. Он вообще самый честный. Он никогда не врет. Вообще он красавец просто. Знаете, если вы встретите его, то говорите, какой он молодец. Мысли. А чего я как живой отображаюсь? Ну, табак, короче, понимаете, баги они. Это такая вещь. Баги они такие багнутые. Потому что их разработчики сами не делают, они сами появляются. Они как вирусы, они вообще офигевшие. Они залазят в чужое влияние. Точнее, не влияние, а в чужое место обитания, компьютер, и там хозяйничают с первого раза. Ладно, ничего удивительного не было. Ведь у всех такого каждый раз бывает, что с первого раза карточка проводится. А я говорил, что это они. Ну это капец какой-то. Я выйду, пожалуй. Итак, мы уже зашли. Так, у нас вот такие вот игроки, они пришли сниматься видео. Точнее, я не знаю, что они видео, потому что я им не говорил этого. Я не знаю, кто они такие, они просто игроки, которые играют в Among Us. Я, кстати, ребят, я записываю видео. Вы понимаете это? Это классно, это круто. Я ютубер, ура. Кстати, подпишитесь все на канал, будет у меня много подписчиков. Кто там пишет? О, время уже все идет, сейчас будем играть. И мы предатель. Я и темно-зеленый играем. Ой, типа не туда побежал. Подождем. Все, пойдем. Эх, розового упустил. Темно-зеленый, ты уже убил? Вот это ты агрессивный. Я вообще не знаю, где я. Зеленый, темно-зеленый вообще он. Хотя тут один зеленый, тут уже светло-зеленого нет, он не играет. Он покинул игру. Больше не будет в него играть, только темно-зеленый. Что там пишут?
что? Ну блин, не пались, не пались. Все, скипаем. Это не мы. Надо было за белого голосовать. Все, зеленый здесь полился. Я говорю, не надо было кто писать. И где тоже не надо было писать. Ребят, если вы играете в Among Us, никогда, ни за что не пишите кто. За белого тоже прилично проголосовали. Я буду помогать за него голосовать. Я то вообще офигел. Я думал, это уже все на зеленый вышел. Почему такая лука без зарядка? Вы вообще офигели, что ли? Так, нужно дождаться. Типа еще карточкой привезти. Целая морока вообще. Я не могу. Как я с этим справляюсь? Да, трудно быть членом экипажа и не быть никаким из предателей. А, я думал, ты уже... Я уже думал, это моего убили. Это зеленый. Нет, это не зеленый. Ну, это темно-зеленый, ну вот как? Не, ну вот я... Ну, я тебя защищу. Придется защищать. Конечно, не буду говорить, что это нет, потому что меня будут подозревать. Я голосую за синего. Значит, это синий. Верим черному. Все, синий. Тебе полный крындец. Все, летай. Освежайся. Все, двое предателей осталось. Сейчас мы победим. Будем ждать кого-то в электрике. Жалко, нельзя. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Все, мы стабилизировали реактор. Время еще не пришло для убийства. Ладно, жалко. Почему электричество загружает еще дольше, чем это самое, чем убийство? Ну вот, мы выиграли, мы проиграли одновременно тоже, потому что я еще хотел тоже убить кого-нибудь. Почему? Да почему так? Отдай оранжевого. Начинаем уже через несколько секунд. Мы член экипажа. Я имею в виду член экипажа. Ты что, думал, что предатель? Да какой предатель тут может быть? Тут одно задание. Ладно, одно задание, и мы свободны. Зато мы знаем, что теперь есть один предатель. Пойдем еще ты тогда. А реакторы другие починят. Что? Давайте это все всем заявим открыто. Перепутал немного, но я смогу справиться. Ну, это... У меня всего одно задание, понимаете? Вообще-таки, как бы я тоже YouTube снимаю. Меня чуть не украли. В смысле, не украли? Не знаю. Но я голосую за цыган. Потому что они цыгане. Они, знаете, такой народ хитрый. Они могут у тебя из кармана 5000 рублей украсть. Идешь такой, вот и 5000 рублей нет. А когда ищешь, точнее, они есть. А когда ищешь, их нет. Потому что цыгане украли. Они такие, понимаете? Они тебе легко могут обокрасть вообще на что угодно. То, что
Так что вообще не давайте им ничего, ничего, пускай сами деньги зарабатывают. Они нечестные, никогда не будут ими. Они вообще нечестные, потому что они тупые вообще. Никогда не будут цыганами, кстати. Быть цыганином очень плохо. Это вообще чувство какое-то. Ходячее. Я за желтого проголосовал. Мы пропустили голосование. Пойдемте тогда на щиты выполнять, наверное, последнее задание. Вот. Все остальные задания достались всем остальным. Все, задания кончились. Было только, считай, два задания. Да что, пройти не могу. У нас стоит. Посмотрим. Тут целая толпа толпится. Я вообще... О нет, тут желтый. Я его боюсь. Они могут украсть мою корону. Он бежит за моей короной. Он хочет украсть мой канал. Ладно, обходим. Я хитрее, чем этот тупой цыганин. Мы сможем... Вы это видели? Там люки сами по себе открываются. Посмотрим. Скорее всего, это желтый. Потому что я уверен, что цыгане это. И да, это темно-зеленый. А я говорю, что цыгане, они всегда такие подозрительные. Вот этот и вот этот тот. Все цыгане, они всегда такие. Цыгане, они всегда предатели, они всегда предают. Так что, я думаю, что мы все поймем, что цыгане были виноваты во всех убийствах наших товарищей. Давайте почитаем их убитые имена из этой тяжелой миссии. Вика, Копатыч, Кроссовер. Эх, жалко не вас. Но потом мы про вас заводим уже через 5 минут, так что все равно. Так-с. У них жаркие дебаты, наверное. Посмотрим, кто у нас тут на самом деле. Предатель. А кто предатель? Я в этой катке предатель. Я предал предателей. И теперь я никого не убиваю. Теперь я только за добро. Теперь я только чиню корабль, делаю задания и выселяю предателей. Это моя работа. Потому что теперь я ненавижу преступность. В общем, осталось, чтобы фиолетовый проголосовал. ЧСВ на ножках. Он лицо маской скрывает. Видите? Вот этой стеклянной маской находится ЧСВ. Настоящее ЧСВ на ножках. Хотя она уже вроде бы ничего такого не пишет. Я думаю, тоже на меня что-то проголосовали. А что белый-то, а? Ну я говорю, что это не он, я говорю, что это темно-зеленый и отстанет меня. Тут три цыганина! Ну, капец. Отойди. Не надо мне никаких фокусов. Так что давайте голосуем за цыган. Тут же третий откуда-то взялся. Лай, подписка, вау, лишь смысл мысли, знаю, что успею, быстро делай. Короче, это ЧСВ. Хотел бы я за него проголосовать, но, к сожалению, я цыган ненавижу больше, чем ЧСВшников. Вот я чел, обычный чел с Ютуба, который записывает видео, который не хвастается своими 120 подписчиками. Чел, который просто снимает видео. Я не люблю хвастаться. Так что...
Начинаю смотреть. Так. Наконец-таки его выгнали. Так, остались. Ну, голосуйте за темно-зеленого, а он вообще цыган. И он цыган. И он цыган. Помогите. Где мне от них прятаться? Я не могу в вентиляцию залезть. Дайте мне залезть в вентиляцию. Помогите. Эджекните меня. Не хочу. Я не хочу на этом корабле оставаться с цыганами. Где тут выход? Выход. Помогите. Я хочу выйти. Выпустите меня. Выпустите меня. Почему он не открывается? Его запечатали. Нужно эту штуку открыть. Помогите. Помогите. Я говорю, что это темно-зеленый. Они вместе заодно. Меня обокрали, мне голову украли. Но я корону успела отобрать у них. А чё я сам двигаюсь? Я вообще отпустил все. Ладно. Пойдемте еще раз сыгранем и будем прощаться. Ой, я оранжевый, это прекрасно, просто прекрасно, это офигенно. Так, смотрим. Ой, игра уже скоро начинается. Капец, у меня микрофон так такой низкий, что приходится неудобно нагинаться, чтобы говорить. Так, хранилище у нас от задания. Чиним провода, чтобы у нас было электричество, свет, интернет и телевидение. Все комфорты на корабле. Теперь столовой. Вот красный, он вообще подозрительный, демонический. Что ты за мной бегаешь? Отстань. Не, я лучше постою. Это точно не красный. Я ему верю, потому что он очень убедительный. Я голосую за синего. Я, конечно, не буду говорить это другим игрокам, чтобы их не расстроить. Ну, в общем, мы поняли. Так. А почему черный? Сказали наоборот. Сказали не черный. Я за кого проголосовал? Вроде бы за синего. Значит, синий, скорее всего, предатель. Но он подозрительный, он намекает, что если он не предатель, вы меня не осуждаете. Просто я так думаю. Кто предатель? Это стопудов синий. Да, это синий. Я его вот верю. Давайте проголосуем за него, чтобы они не узнали. Так, ладно. Голосуй. Кто не проголосовал? Давайте он зеленый голосуй, хотя тут единственный. Кто не был предателем? Я не знаю, кто не был предателем. Я пошел ты свет чинить. Это не свет, это провода, точнее. Так, в медпункте у нас на стенке задание. Вот зелье, варите зелье. Собака, не гавкай. Не гавкай, собака. У нас там собака гавкает, она соседская. Или не соседская, я не знаю. Но она уже собака. Оставьте меня. Я убегаю. Почему она у меня не работает? Она заблокирована.
Заблокировано. Быстрее бежим. Быстрее, это синий. Мы раскрыли преступление. Так, тихо. В темноте плохо видно. Буква. Это синий. Он за мной погнался. Так, пишем. Он за мной гнался. Он за мной гнался. Да нет, не скипайте. Кто-то... Зачем я кнопку нажимал? Никто мне не верит. Вот и член экипажа. Мои дорогие коллеги, которые мне не верят. Я уже с ними столько дружу, уже столько лет. Уже стаж вместе с ними получил. Они мне вообще даже не верят. Всем понятно. Тоже мне, друзья, товарищи. Что на зелёном, ну, вообще офигел. Хотя он тут единственный. Ну, очень ладно. Голосование мы пропустили. Идем тогда. Управление. Вот вы видели? Быстрее бежим туда бежим. Давай окружаем его, чёрный, окружаем. Где он? Он слился? Да, это синий. Это синий, помогите. Это синий. Ты не догонишь меня. О, задание. Все, я выполнил задание. Еще. Это синий. В темноте не видно буквы на клавиатуре. Это синий. Верьте мне, это синий. Значит, это розовый. Извиняюсь, синий. Хорошо, это розовый. Давайте на зеленый голосуем. Возможно, вы были правы. Лох! Все, мы победили. А что в смысле? Ладно, выполняю задание тогда. Подожди, а где задание? Это, где что сломали? Вот сломали, значит пойдем чинить. 4, 8, 3, 1, 7. Все, починили. Реактор. Пойдемте реактор чинить тогда. А то как он без нас будет? Ой, реактор, ты дорогой наш. Ой. Так, вот тут задание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Готово. Так, и осталось только медпункте. Значит, это, скорее всего, не фиолетовый, потому что фиолетовый он. Его за него розовый топил. Ну что, мне все, задание не осталось. Что мне делать? Проверяем. Так, 4 человека, что ли? Это пипец. Я не знаю, кто предатель. Но, скорее всего, это черный.
что черный поддерживал розового. А если поддерживал, то, скорее всего, помощник предателя. Ладно, пойду тогда на камеру смотреть. Там черный был. Бежим за черным. Это черный. Или это был не черный, или мне показалось. Я не успел глянуть. Отстанет меня. Я говорю, что это черный. Ну это ж понятно. Что ж, дорогие друзья, с вами был я, Завоинай. И это было мое первое видео с микрофоном. Всем удачи, всем пока.